Всем привет, с вами я, К362. И сегодня я играю в Rainbow Friends 2 в Roblox. Пока что я бегу. В первом раунде надо собирать лампочки. Вот. Голубые, синие и желтые. Так, синие и желтые. С помощью удаления экрана я могу видеть, где грин. Там он или не там? Так, грина вроде как там нету. Но вижу синего. И вижу лампочку. Много лампочек. Слышу грина. Вижу грина. Потом отползаю в сторону, заодно забираю эти лампочки. Я серьезно, однажды такое было, то что я иду, на меня идет грин. На меня идет грин. Такс. Грин похоже. Не, грин эту девочку не съел. И рука у него опущена. И в итоге, точнее, ну короче, рука в итоге его, так сказать, на меня идет. И вот, он просто взял и просто поднял руку. И в итоге рука его просто надо мной прошлась. Уже 20 лампочек из 25. Я думаю, еще там стоит посмотреть. Я в этой карте уже достаточно хорошо разбираюсь. Так. Ой, грин. Как внезапно. Там уже, похоже, забрали, если что, лампочки. На мосту вроде нету лампочек. Где могут быть еще лампочки? Осталась последняя лампочка. Вот она у девочки. Сейчас девочка отнесет лампочку и перейдем к следующему раунду. А вы ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Так, пропустим голосование. Так, надо скорее пресса в коробку, пока не пришел никакой монстр. Так, а сколько у нас еще осталось? Вижу, не очень много. Ну там, похоже, сейчас все баллоны заберут. Ой, там грин. Отползаем. Ой, что с ним, что он орёт? Так. Надо подождать, пока грин уйдет. Можно пока что постоять здесь. Здесь он меня, я думаю, не заденет. Ну, грин, в какую сторону идешь? Кстати, когда грин здесь стоит, это не факт, что он пойдет в ту сторону к скалам. Он может туда, ну, в лабиринт пойти. Так, ну, нет, пошел туда, короче.
Кстати, в этом раунде появляется желтый, который летает. Вот. И если он тебя уносит, то нужно прыгать на батут. Ну, где баллоны? Только не говорите, что все собрали. Я пошла в лабиринт фиолетового. Вижу один баллон. Ой, еще один. Так, видно где-то здесь. Так, вот желтого я видела недавно, только что. О, нет, грин где-то. Главное успеть сюда вниз спуститься. Потому что сюда он редко ходит. Вроде успеваю. Так, все, вроде успела. Только не говорите, что там уже кто-то лампочки, эти огнетушители собирает. И правда, похоже, уже там кто-то собирает огнетушители. Точнее, баллоны. Газовые баллоны. Мне на самом деле не нравится в лабиринте фиолета. Там прикольно. Так. Никого не видно. Пошла, отнесу свои два баллона. В какую сторону ушел грин? Ой! Где грин? Ой, я вижу грина. Он рядом с замком синего. Вот там. Я уже баллонов собрано 9 из 15. Точнее, у меня еще 2. О, 11 из 15. А так будет 13 из 15. Но пока я не могу отнести, так как там грин. И он может пойти в любую сторону. О, нет, он пошел в эту сторону. Неужели он зашел в пещеру оранжевого? Не могу никак посмотреть. Где грин? Ой, он в пещере оранжевого, да. Так, посмотрим. Так, вот грин. Пока что я посижу здесь, да. Ладно, выйду. Так, грин идет в лазертаг. Так, вон грин там стоит. Главное, чтобы у меня не исчезли баллоны. Поэтому главное, чтобы грин уже скорее ушел. И желательно не в эту сторону.
Плохо видно, поэтому приближу экран. Вот, грин там. Ну, если что-то, я вижу его руку просто. Так, все еще там стоит. Нет, это пошел в эту сторону. Ну ладно, зато пройду. Так, пока Грин идет туда, я пойду туда. Логично. Главное успеть отнести эти два баллона. Не хватает еще одного баллона. Где же еще может быть баллон? Так, я пойду туда. Вниз поищу. Внизу поищу. Так, какие-то смски приходят. Непонятно. Опаньки, Грин. А, он на мосту. Тогда все хорошо. Хотя мне нужно туда. Ну ладно, пока Грин идет туда. Я пойду сюда. Это в замке. Хорошо, что я до туда знаю короткий путь. Главное быстрее. Так, все, баллон у меня. Теперь главное быстрее, потому что я не знаю, Грин там будет долго или нет. Пока что все спокойно. Грина не видно. Все, отнесла. Теперь... Ну, все-таки голосуем, что вы пропустили голосование. Сразу говорю, один интересный факт, что лукасов можно не собирать. И когда ты собираешь лукасов, то их нужно собирать без коробок. Если залезешь в коробку, то ты уронишь лукаса. Причем он, короче, куда-то телепортируется. Так, быстрее, быстрее в коробку. Поэтому можно просто спокойно находиться здесь и смотреть, какие они милые. Пока что есть... О, фиолетовый, мой любимый цвет. Мой любимый цвет фиолетовый. И уже два фиолетовых лукасика. Знаю, что здесь тоже монстры есть.
сюда они тоже заходят. Но я отойду и просто возьму и переодену коробочку. Так. Отойду сюда, чтобы никто не увидел. Так. О, нет, похоже, синий. Похоже, синий сюда зашел. Сразу готовлю, чтобы одеть коробочку. Так, посмотрю, какие у меня есть коробочки. Все такие красивые. Наверное, вот такую. На ней есть фиолетовая, синенькая и голубенькая. Ну и беленькая есть. Так. Ой. Так, у нас здесь два фиолетовых, два синеньких, один такой нежненький голубенький и розовенький. Все такие милашки. И уже 6 локосиков из 10. Но я их собирать не буду. Пусть собирают другие, если хотят. Любопытно, Гарин там или не там? О, принесли еще зелененького. Гарин не там, вроде как, пока что. Стоп, их уже 9. Так, принесли еще, вижу, какого-то красненького там. Красненького еще принесли. О, и вроде как еще одного фиолетового, что ли. Но мне надо успеть вам кое-что показать. Надеюсь, то, что я успею вам это показать. То, что вот здесь есть гонки на машинках. Здесь две машинки есть. И вот трасса. Вон там, вдалеке, вдалеке, там вход. И если ты зайдешь на эту трассу радужную, то там тебя монстры, ну, не убьют, короче. Здесь они тебя не могут тронуть. Так-с. Так, а где сами машинки? И, кстати, я вот хочу вот попробовать, чтобы можно... Все, я залезла сюда. Сюда можно залезть. Вот если... Так, так-с. Ну, короче, но раньше, вроде как нельзя было, что ли, залезть. А, ну вот на этих местах вот нельзя залезть, а здесь почему-то можно залезть. Ну, так-то есть один лайфхак, чтобы вот здесь нельзя залезть. Так. Ну, короче, что-то сегодня у меня это залезаю, короче. Так, моя любименькая голубенькая. Если вы не знали, то можно выехать из трассы. Так, маленечко подзастряла. Оп, оп. Да зачем они лукасов собирают? Подождать же можно просто немного. Ну, говорят, правда, то, что много, а так-то не очень-то много, по-моему, ждать. И вот смотрите, вот можно сюда вот выехать. Я на всякий случай залезу в коробку. Так, оп, но сюда уже дальше проехать нельзя. Оп, 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 оп. Так, и проехала. Оп, и погнали. Из коробки можно уже вылезти. Оп. Здесь можно залезть в кратер. Так,
Мне вот очень любопытно, вот можно ли сделать так? Вот так. Смотрите. Так, почти. Вот я хочу попробовать залезть вот на эту радугу. Почему-то залезть не могу. Так, может быть в коробке. Так. Так. Надо, может быть, идти просто идеально ровно. Ну вот идеально ровно идти, даже сама залезть не могу. Вопрос. Осталась только я одна. На этой карте. Да уж, сахар придется начать собирать самой. И к фиолетовому тоже идти одной самой придется. Так, вот, к примеру, сейчас залезть не могла. Вот, просто вот так поприседала и залезла. Да не буду я лукусов собирать. Успокойся, карта. Так, я думаю, что уже недолго ждать осталось. Ну, смотрите, вот максимально мне получается вот до сюда залезть. Так, где-то желтый. Вот он наверху. Лучше я слезу. Желтый. Опа. Желтый. Что, лукусик уже сюда почти прикатился, что ли? Вот за этой стеной. Но я его все равно не понесу. Кстати, вот отличное место для пряток, потому что можно просто взять и спрятаться в лазерный луч. Главное, конечно, чтобы у нас этой рыбы, наверное, лучше, чтобы не было. Хотя, даже так можно спрятаться хорошо. Вообще, просто луч. Правда, здесь, конечно, вот видно маленечко совсем. Ну, а так, идеально. Я в кратере сижу. Ну, короче, нужно какое-то время ждать, а потом... В итоге этого человека, ведущего, короче, все равно не взорвут. Это будет просто салют, а его просто спустят. Но там в любом случае, так сказать, хэппи-энд. Если, конечно, вас монстр не съел. Поэтому лукусов нести вообще не надо, по-моему. Но так будет 9 лукусов. А что, 9 лукусов, это почти 10. О! Вот помню, моя подруга, Скай, вот я просто ехала, и она меня перепрыгнула каким-то образом на машине. Она была на красной, я была на синей, на голубой точнее. Так и сейчас. Я на голубой. Ну. Осталась одна на этой карте. Пока что. Так, что-то мне как-то не так развернулось. Но на самом деле говорят, что долго ждать. Ну вот, не очень, значит, долго. То, что уже все. Так, потом посмотрите, что будет. Это специально для вас, пока что не скипаю. Салюты. Так я и говорила. И в
этом раунде нужно собирать сахар, и в этом раунде еще появится голубая. Когда она смотрит, не надо шевелиться, короче, не надо идти. Когда она смотрит, это маленько пошевелилась, ну, пошевелился, то тогда на тобой появляются молнии такие. 4 вроде бы. Ну, я, короче, вам покажу, ее сейчас здесь покажут. Она за божьей коровкой будет наблюдать. Мне почему-то очень... Вот самый любимый раунд, чтобы собирать что-то, это именно у меня почему-то сахар собирать. Наверное, потому что его меньше всего собирать. Вот, смотрите, и еще вы слышали звук? Ну, как будто бы звук каблучков, когда она идет. Так, осталась одна. Так, в коробку. Так, здесь сахара нету. Там вроде тоже нету. Так, ой, грин там. Понятно. Ну ладно, я посмотрю, в какую сторону грин пойдет. Я в этой игре уже ветеран 13. Точнее, если вы не знали, то если ты и в первой части, ну, сколько-то было ветераном, и во второй, это как бы складывается. Поэтому сколько раз я... Ну, поэтому сложили. Сколько раз в этой я игре выиграла, стала ветераном, и сколько раз в той игре, в первой части. Так, грин пошел в ту сторону, поэтому я могу идти спокойно. Вижу сахар. Так. О, вижу голубую. Так, сахар не взяла. Так, еще сахар. Ой, синий. Так, удалить экран. Сахар вижу, сахар вижу. Ой, голубая идет. Поэтому не двигаюсь. Вот она, вижу ее. Так, пока что вроде нету никаких монстров, поэтому... Где нет, слышу кого-то. Желтого вроде бы. Нет, это голубая. И синий тоже здесь. Где-то неподалеку. Голубая все туда-сюда что-то ходит. Никого не слышу, потом бегу. Синий! Ух, я просто отчетливо слышала синего.
Подожди, Малика, подожди, я кого-то слышу. Может быть, как-нибудь разглядеть получится. Хорошо, что я не пошла. Голубая ушла. Но она вот-вот пойдет обратно, потому что там она вроде как не может подняться никуда и уйти. Ладно, попытка не пытка. Не знаю, пройду ли я. Вроде слышу монстров. Слышу желтого. Ух, хорошо, что я сейчас не пошла. Чё? Что остановился? Я синего хорошо слышу. Он что, тоже сюда пришел? Так, как бы экран настроить? Попытка не пытка. Ух, успела. Где Грин? Вижу Грина. И слышу, вижу голубую. Давай, Грин, иди в сторону замка, иди в замок. Вот Грин, там. Только бы он не пошел в мою сторону. Нет, он пошел в мою сторону. Обалдеть! Грин меня не съел. Хорошо. Ой, голубая где-то. Ой, вот она. Вижу Грина, скорее бы он ушел. Ух. А так пронесло. Еще синий здесь. Грин, иди сюда. Понятно. А я пока что это за синим лазертаг.
вижу лапочку. Ну, я просто называю голубую лапочку, потому что она милая. Ух, отнесла целых 4 сахара. О, сейчас будет 5. Уже 5 сахара из 9. В итоге осталось еще 4. Голубая наверху, а грин внизу. Голубая наверху, грин внизу. Вообще, окружили со всех сторон. Еще и желтый тут. Я поползла туда. Главное успеть. Оп. Грин там, поэтому я вовремя успела залезть на карусель. Сейчас меня поднимут. О, и голубая тоже здесь проходит как раз. Подожду, когда грин окончательно уйдет. Голубая еще где-то там ходит. Вот она на мостике. Грин в пещере. Ой, там, где грин, я увидела сахар. Вон там. Мне бы хотя бы сначала этот отнести так-то. Грин стоит. Ну что он так долго стоит-то? Еще и голубая сюда идет. Голубая. Thank you.
Так, еще 2 сахара отнесла. Так, теперь уже 7 сахаров из 9. Ладно, может быть, маленько подождать, пока светиться начнет. Так. Там сахар видно или нет? Ой, голубая. Так напугала. Где Грин? Вот он, Грин, там стоит. Спела. Теперь главное просто убежать, убежать отсюда. Желтый. Так быстрее, главное быстрее, просто быстрее. Быстрее, быстрее. Все. Ура. Победа. Теперь будет самое крутое. Поэтому, как говорится, музыку погромче. Ну, я одна осталась, это и так понятно. А теперь бегу-бегу за всех ног. Так, надо... Так, сажусь. Одна единственная вагонетка. Если что-то здесь надо поворачивать... Влево, так, вправо и влево. Вправо, влево, вправо, влево. Смотря куда тебе надо. Подтвердила. А теперь начинается самое интересное. Пока что музыка, как вы слышите, самая обычная. Вот кто-то любит вот туда ехать, но я... Так, ну ладно, уже опоздала. На самом деле мне нравится через водопадик проезжать. Но там вроде там что-то тоже было. Я, правда, раньше этого вот это не замечала. Вот если вот это сюда вот посмотреть, то там что-то тоже красиво. Так, готовимся. Сейчас Лукасовые, ну, короче, поедут.
Вот Лукасы. Теперь я еду. Жаль, что здесь ускорение нельзя просто так включить. Надо уклоняться от торта. От тортика. От тортика надо уклоняться. Торт, тортик. Теперь смотрите. Оранжевый любит тортики. Погнали! Музыка баская! Это еще не вся скорость. Я даже для вас пытаюсь так все показывать прикольно. Разворачиваю экран. Так, ой, случайно так запуталась. Желтый, так. Уже ближе к финалу. Лапочка, которая в этот момент не лапочка. Так, теперь бежим скорее. Ух, сейчас начнется самое страшное. Бежим! Голубая. И заодно сейчас вам покажу один баг. Ну, точнее, лайфхак такой. Смотрите. Смотрите, как далеко я уже пробежала. Это победа! Где синий? Мы опоздаем. Так, возвращаемся в лобби. Так, загрузка такая у меня просто пока что. Так, прогружается. Делаем сразу же уже звук потише. Так, пока у меня загружается. Сейчас мы купим, так как у меня 1305. То так, посмотрим, что здесь есть, какие коробочки. Вот леопардовая, по-моему, прикольная, но она мне так и не попалась.
Ну, а здесь какие-то уже, ну, не такие уж паски. Я, наверное, тогда пиратские покуплю. Хотя, стоп, а есть еще какие-то паки? Что еще есть в паке? Пакет дракона. Что здесь интересного? Ну, здесь вот такой красивый есть, сундук есть, шины какие-то вот такой есть. Какой-то набор на день рождения, лунный пак. А в пиратском паке... Ну, я все-таки, наверное, куплю пиратский пак. Здесь еще есть такая красивая с перышками. Ну, давайте с перышками или то леопардовую. Ну, у меня аж такая есть. Дубликат, награда, 25 монеток. Презентия. Понятно. Теперь я захожу в инвентарь. И у меня, неужели... А, не, у меня одна такая коробочка. Но так как мне попалась дубликат, то... Ну, вот так. Но зато я вот такую вот покупала. Сейчас красивенько, сейчас покажу. Мне, правда, сейчас пока что коробочки почему-то нет. Но вот такая вот мышкой показываю. Кто-то там умер. Ну и все. На этом мы будем с вами заканчивать. Так. На этом мы будем с вами заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами была я, К-362. До скорой встречи!